Ну кто же предатель среди нас? Они за меня хотят проголосовать. Тут нужно просто скрепить провода. Не надо. Это желтый был. Это была ошибка. Оранжевый не предатель. Друзья, ну что, настало и мое время поиграть в Among Us, тем более вы многие в комментариях писали, поиграю в эту игру, и поэтому я сегодня хочу попробовать. Честно, я буду играть первый раз. Я знаю то, что тут нужно играть онлайн. Так, давайте найдем игру. Что у нас тут есть? Какие у нас тут есть разные сервера? Ну, давайте Тылох. Надеюсь, это не ко мне. Ладно, зайдем в Тылох. Короче, что я уже сделал? Я уже немножко прокачал своего бойца. Смотрите, вот так у меня выглядит. А еще я купил себе питомца. Видите, со мной бегает синенькая собачка. Вот. А тут, кстати, мы можем с вами скины поменять. Давайте зайдем, пока игра еще не началась. Что-то мы можем сделать. Шляпку я могу себе купить. О, давайте хэллоуинскую замутим. Все-таки же Хэллоуин как-никак. Так, вот, короче, я с тыквой на голове и с моим питомцем. Мы ждем, когда начало игры начнется. По легенде мы летим на корабле, и нас там 10 или, может быть, меньше человек. Кто-то из нас может быть предателем. Кто не предатель, тот должен чинить корабль, чтобы мы там вовремя как-то, в общем, короче, летели и не разбились, я так понимаю. Что-то типа того. Так, ну что, давайте запускайте игру, а вы мне обязательно пишите в комментариях и подсказывайте, как правильно здесь играть. Потому что я, честно, играю первый раз. Тут можно переписываться в чате. Привет, братва! ФФГ ТВ на связи. Привет, братва. Привет. Привет. Привет, привет. Ну что там, погнали запуск. Ну что мы там, долго будем лететь? А, все, вроде 10 из 10. Значит, сейчас начнется игра. Тут, кстати, можно еще свою карту создавать, свою игру, но я это еще пока не делал. Я думаю, что вы мне напишите в комментариях и подскажете, как это сделать. А у нас начинается игра! Член экипажа. Обнаружен один предатель. Блин, вопрос, кто это? Взрыв реактора через 22 секунды. Так, блин, кто же из нас предатель, а? Ну, я точно не предатель, это уже понятно. Взрыв в реакторе. А, это вот это реактор? Камон! Что случилось? Кто же предатель? Ага, тут сейчас идет голосование за предателя. Блин, я не знаю, я не замечал, кто предатель, поэтому я проголосую за... за Наруто. Что? Победа? Почему? Объясните мне. Ну-ка, давайте еще раз. Я что-то не понял, как так быстро завершилась игра, почему победа? Кто-то нашел предателя так быстро, что ли? Ой, ну ладно, пробуем еще раз. Тс, опять. Член экипажа, обнаружен один предатель. Я не предатель. Так, я не предатель, я бегу с собачкой. Так, ищем предателя, ребята. И, кстати, мы тут должны еще чинить корабль, не забывайте. Пойдем куда-нибудь вниз прогуляемся. Так, тут какая-то паутина. Кстати, тут все уже в стиле Хэллоуина оформлено. Вау, привидение, тыква, все дела. Так, здорово, чувак. Пам-парам-пам-пам-парам. Опа, что это такое? Давайте подойдем. Вставить карту. Так, а. Задание выполнено. Так, я выполню какое-то задание. А что случилось? Так, смотрите, здесь еще что-то нужно починить. Электричество. Ага, провода, смотрите. Тут нужно просто скрепить провода. Не надо. Желтый к желтому, синий к синему, розовый к розовому, красный к красному и... Я что-то починил. Электричество. В общем, какой-то электрический щит я починил. Так, вот зеленая шкала сверху. Это... Кстати, вот этот черный, по-моему, предатель. Нет? Так, тут все починили. А вот это? А вот это что забыли? Ты предатель? Ты не предатель? Что такое? Лаки? Что ты разнылся? Зеленая шкала наполняется. Постепенно мы выполняем задание. Так, это двигатель, да, я так понимаю, ребят? Да, смотрите, вон там огонь, это двигатель тут у корабля. Так, а это кто?
Охрана? Хисуриту! Ладно, пойдем вверх, вот сюда вверх, что-то вот тут. Ага, вот еще. Давай, камон, выполняем. Так, желтый к желтому, синий к синему, красный к красному, фиолетовый к фиолетовому. Все? Есть? Есть. Так, пойдем вниз. Теперь вниз. Пока никто не может найти предателя. Ну кто же предатель среди нас? Это точно не я. Так, вот тут что-то. Давай тоже починим это. Вау, это что такое, ребята? Задание выполнено так быстро. Так, я что-то починил. Смотрите, зеленая шкала наполняется все быстрее и быстрее. Я так понимаю, мы уже скоро можем запустить корабль. И тогда мы выполним миссию, если успеем. Ух ты, а это что такое? Что я сделал? Что я сделал? Напишите в комментариях, я не могу понять. Какое-то время идет. Ладно, пойдем дальше. Так, вот тут смотри, ребят, что это такое? Вот, щиток. Еще, блин, что случилось? Дискус, понятно. Голосование опять. Кто же предатель? За кого? Быстро, за кого? Только не за меня. Гоу скип. Блин, за кого голосовать? Я не знаю. Короче, за Венома проголосую. Я думаю, что это он предатель. Предатель лох. Скип, где-то кто-то. Победа? Почему? Я не могу понять, как играть в эту игру. Правда, вот реально. Давай новый сервер куда-нибудь зайдем. Кружка. Сервер Кружка. Так называется сервер. Так, что, поменяемся скин. Что-нибудь там еще. Давай, давай банан на голову себе наденем. А, давай вот питомца такого. И давай штаники беленькие. А, ну-ка, во. Мне прям хочется побыть предателем. Обнаружен один предатель. Из 10 человек тут один предатель. Окей, окей, я понял. Так, тут ничего нету. Пойдем быстрее сюда. Если я замечу предателя, что мне нужно делать? Мне нужно нажимать какую-то кнопку или что? Нажми на кнопку, получишь результат. Так, тут что-то нужно починить. Вау. Я решил эту задачу, ребята. Я починил реактор. А, так, идем дальше. Что у нас тут? Движок, ладно, движок, понятно. А, пойдем куда-нибудь дальше. Как обнаружить предателя, а? Интересно. Опа, это труп? Сообщить, что здесь труп. Так, давай пока починим. О! Кого-то убили. Опять дискус, блин. А, это я сообщил, что труп. Синий убийца. Чё? Вот это поворот! Это не я! Вы чё? Они за меня хотят проголосовать? Зря вы так. Ну вот если только за Тимурыча. Может быть он его имеет в виду? Но я-то не предатель, я нормальный, я всем помогал, я чинил движок. Вы чё, ребята, вы ошибаетесь, это ошибка! За меня все проголосовали, прикиньте. Трое участников проголосовали, что я предатель. Но вы ошиблись, ребята. Я не предатель. FFG TV не был предателем. Вот так вам. Так что играем дальше. Но я теперь привидение, потому что участники проголосовали за меня, что я типа убийца. И я теперь в роли привидения вот так вот по корабле штурмую. Кстати, я могу выполнять задание. Вот, допустим, смотрите, я могу починить здесь реактор. Блин, кто-то опять кнопку нажал. А голосовать я могу или нет? Нет, голосовать я больше не могу. Интересно, кто же будет предателем? Кто же убивает всех других участников? По-моему, это абрикосик. Так, все, все проголосовали. Смотрим результаты. Все за Катю проголосовали. Посмотрим, правильно это или нет. Катя не предатель. Катя тоже выбывает, но она не предатель. Я думаю, что это желтый. Желтый участник. Надо за него голосовать. Давайте последим. Давайте последим за ними. Аккуратненько. Все они разбегаются. Вот я буду за желтеньким следить. Ну-ка, аккуратно. Я думаю, что это он предатель. Так, ушел отсюда абрикосик. Давайте за ним понаблюдаем. Так, вот тут что-то у нас еще кипиш какой-то нет.
смотрите, он не чинит. Он не чинит ничего, он убегает. Скорее всего, это он. Опа, тут двое. Смотрим. Что сейчас будет? Все разбежались. Никто не начал панику поднимать. Ну, что-то я думаю, что это желтенький. Опа! Кого-то тут убили. Где желтенький? Толпа ходит пока. Ха, надо же, а. Есть, замочил. Это желтый был. Поражение Тимурыч. Или Тимурыч был предателем. Так, давайте еще раз сыграем, ребят. А, зашел на другой я сервер теперь снова. Тут уже другие участники будут. А шо, я не. Здесь будет 9 участников, а не 10. Смотрим. Что-то мне кажется, вот этот питомец поинтереснее. Возьму лучше эту синенькую собачку. Блин, дайте мне хоть раз побыть предателем, а я хочу. Я хочу. Гоу. Есть. Так, тихо, кто предатель? Он, блин, опять не я. Обнаружен один предатель. Надо аккуратно. Кто же это может быть? Белый. Нет? Чё он так бегает за мной? Так, давай чиним сразу. Блин, он пришел сюда. Нет? Кто же предатель? Чё заходишь за мной? Ты мне не нравишься. Убьет меня сейчас? Нет? Нет. Так, давай бензобак наполним. Есть. Все. Так, я немножко уже задание повыполнял. Так, давай здесь. А, провод к проводу. Красный, красный, синий к синий. Все сделали. Отлично. Блин, что-то белый за мной следит, ребят. Мне он что-то не нравится. Такое ощущение, что он меня хочет убить. Так, отлично. Задание выполнено. Потихоньку выполняем. Потихоньку чиним наш корабль. Восстанавливаем его. Ну вот кто же предатель? Столовую я поверну. Блин, кто-то сообщил там, что обнаружил труп. Так, это зелененький сообщил всем. Кто? Ну проголосуйте, кто? Yellow. Так, желтый кто-то пишет. Черный. Блин. Опять мнение разделяется. Кто за желтого, кто за черного? Так, где желтый? Желтый тут в смысле оранжевый, без. Опять два за желтого. Давай за желтого голосуем тогда, если все большинство за желтого. Все, голосую я тогда за беса. Раз многие пишут, что это желтый, может быть, все-таки кто-то заметил, что именно он убил другого участника. Сейчас посмотрим, оказались ли мы правы или нет. Оранжевый, видела вентиляции, залезал. Ага, все, значит, мы, скорее всего, правильно голосуем. Если мы сейчас его обнаружим, что он предатель, мы победим. Смотрим. Так, Коко, 3 участника. Без, 3 участника. Что, двое вылетают тогда? Мы не смогли принять единого решения, голосование пропущено. Блин, равные голоса. Прикиньте, из-за черного 3 участника проголосовали, из-за оранжевого. Так, давай бензином наполняем. Дальше выполняем задание. Оранжевый сообщил. Чё за бред? Розовый. Да вы чё, блин, всё время? Я голосую также за оранжевого. Если кто-то писал, что он залазил в люк, а предатель только может залазить в люк. Это, скорее всего, точно. 100% инфа. Напишите в комментариях, так это или нет. Блин, опять голоса разные. За розового и за оранжевого, прикиньте. Опять. Продолжаем дальше. Так, чиним, пока никого нету, быстрее. Отлично. Блин, зеленый сообщил. Ну что опять дискус подняли? Ну кто? Оранжевый. Я не видел, чтобы он что-то делал, но я за него проголосую. Смотрите, сколько за оранжевого проголосовали. Все. Это была ошибка. Оранжевый не предатель. Офигеть. А чё же тогда кто-то писал, что он в люк залазил? Что за такая инфа неправдивая?
Блин, там розовый. Убьет меня? Че он рядом со мной стоит? Зеленый. Блин, да что ж такое, вы тут дискус поднимаете? За кого опять? Черный. Розовый. Так, черный или розовый? Давай за черного. Тоже предатель, а? Так, большинство за черного. 4 участника и 3 за розового. Черный вылетает, а он не предатель. Оказался предателем? Серьезно? Фу, победа! Черный все-таки был предателем. Прикиньте, значит, мы правильно проголосовали. Хотя все сначала винили оранжевого. Ну что, друзья, вот такая вот была игруха Among Us. Пишите в комментариях, снимать ли мне дальше продолжение. И я, естественно, жду от вас комментарии. Я обязательно их почитаю, подсказочки и так далее, потому что я играл первый раз. Всем удачи, всем хорошего настроения. Пока-пока.